Жители Мариэл могут получить бесплатную юридическую помощь, причем по любым вопросам. Это стало возможным в рамках подписанного соглашения между адвокатской палатой Мариэл и региональной общественной приемной полпреда России в ПФО. Его заключили еще в начале лета. За это время бесплатной юридической помощью уже воспользовались более 130 человек. Темы самые разные, но чаще всего они касаются жилищно-коммунального хозяйства. Также много вопросов, связанных с гражданским, земельным и градостроительным правом. Человек один вот подошел по поводу залива. То есть мы объяснили, что здесь целесообразнее всего сразу, допустим, обратиться с иском в суд. Человек подал исковое заявление. Если, например, несколько лет назад люди не знали, скажем так, даже как можно, не знаю, оформить там свой земельный участок садовый, то сейчас уже даже все пенсионеры в курсе. То есть сейчас у нас в различных газетах, в СМИ все-таки разъясняют гражданам, как что делать. А сейчас уже люди приходят со сложными вопросами, то есть с простыми вопросами практически не приходят. У нас имеются правовые системы, то есть мы, допустим, или можем в кодексе, или даже в интернете можем посмотреть законодательство в актуальной редакции. Вот. Соответственно, разрешаем его спор, даем, соответственно, юридическую консультацию. Рекомендуем определенным способом разрешить там его спор. Бесплатную консультацию от адвоката и юриста можно получить каждую среду в общественно-политическом центре республики по адресу проспект Гагарина, дом 8, кабинет 201. Прием ведется с 10 до 14 часов.